Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас такая необычная рубрика, необычное видео. Одни из самых дорогих ручек для подсачника. И, в общем-то, я решил снять, потому что часто возникают вопросы ко мне и к менеджерам магазина, что в них такого, что такая цена высокая, да, и стоит ли их вообще покупать. Ну вот, один из представителей, это ручки для подсачника Colmic Morpheus. Модельки выпускаются в двух длинах, это 420 и 5,5 метров, 5,50. Сейчас я их взвешу, но пока скажу, скажем, что 420 состоит из трех колен. Два колена оснащены такой вот еврорезьбой, которая подходит под все современные сетки для подсачника. Соответственно, второе коленце точно так же с резьбой. Здесь у нас усиленный стык, такой специальной ленточкой армированной небольшой. Коленца пронумерованы. Ну и, соответственно, фомлевое колено достаточно мощное, прочное, по диаметру тоже не маленькое, скажем так. Ну, здесь обычная пробка резиновая. По рукояти, то есть очень прекрасное такое антискользящее покрытие под руку, то есть действительно она прям вот цепляет, аж прилипает у меня кисть к этому покрытию. Ну, дальше, соответственно, эмблема Colmic и металлическая вот такая вот прочная крышка с резиновой вставкой. Какой плюс у нее, да, это жесткость и это, конечно, легкость. То есть здесь дорогой уголь, дорогой карбон, армированные стыки, усиленные. Соответственно, вы можете ее применять, ну, штекерное соединение, само собой, да, и вы можете ее применять, в общем-то, в нескольких длинах. Да, вы можете вот к этому колену прикрутить голову и, допустим, для ловли с лодки совершенно спокойно им работать. Ну, соответственно, можно к этому колену прицепить голову, можно это колено надеть, соответственно, вот на комлевое и получить другую длину. В общем, получается, что вот плюс такой штекерного соединения, это то, что вы покупаете, ну, подсачник там 3 в одном, грубо говоря. Давайте теперь взвесим. 400 грамм. 400 грамм и 5,50, 525 грамм. В общем, вот такие веса по диаметру. Ну, меряю вместе хвата. 5,50 у нас 36 миллиметров. Там, кстати говоря, уже 4 колена будет. Ну и, соответственно, 4,20 у нас получается 32. Ну, вот эти вот отдельные коленцы, я не знаю, стоит ли мерить. Ну, давайте вот второе колено. Ну, давайте вот вместе, вот в стыке в самом, да? 30. Ну и первое колено 24. Сейчас разложим, посмотрим, как они держат сетку. Ну, господа, вот я разложил. Смотрите, сразу показываю 420-ю рукоять. Там у нас килограмм прикормки, пакет с килограммом прикормки. Вот смотрите, как она изгибается. Ну, практически не гнется. То есть жесткая, надежная ручка. Килограмм прикормки, сами понимаете, это серьезно. Вы можете его поднять у себя на своем подсачнике. Посмотрите, какой изгиб он дает. Ну, вот у нас 5,50 теперь. Смотрите, ну, вот там уже втулка картонная, она тоже тяжелая, где-то грамм 500. Но килограмм я не стал уже класть, не хочу рисковать. А вот 500 грамм, пожалуйста. Ну, сами понимаете, нужно при подсачивании его откатывать назад, перебирая руками, да, и никак там не краном вверх. Это касается всех ручек для подсачника такого рода. Ну вот, друзья, вы посмотрели. Естественно, принимать решение вам, если позволяет финансы
Ну, конечно, интересно купить, действительно, палочка стоящая. Вопрос финансов, возможности, ценника, нужно ли того, каждый решает сам. Ссылочку прямую на товар в магазине я поставлю под видео, обращайтесь. Всего вам доброго и до новых встреч.